Да. Задержка всего лишь 4 часа и сколько-то минут. Так, послушаем джингл. Надо погромче в зале сделать, потому что... Итак, конкурс «Текст мода арт графики», а именно графики в формате ASCII/ANSI. Это, по сути, текстовая графика, символы, цвета и все прочее. Мы начнем с показа первой работы Розы Они. Переключаемся на компу-машину. Что-то там, спасибо, до свидания. Приложение не может работать. И вообще по боку. Не видно, конечно, низги. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я вот вообще не вижу. Я просто хочу загрузить текст-мод-графику. Итак, я попробую открыть лайв-воутинг, значит, первая работа. Я не знаю, я, наверное, как-нибудь все-таки смогу увидеть то, что там написано. Надо просто использовать силу. Силу надо использовать богатырскую. Лайв-воутинг работает. Первая работа. 670-я. 670-е это, наверное. Вообще низги не видно. Вот, значит, H. Вот. Это, значит, первая работа, выполненная в формате ANSI. Я считаю, это очень... Как мы видим, цвета хорошо использованы. И в целом. Так, переключаем обратно на screens. Это была первая работа. Можете ли вы за нее проголосовать в лайв-вотинге? Вторая работа называется Bug the COVID. Написана она Евгением. Так. Переключаемся. И мне нужна папка 675. Она, видимо, следующая. Как просто, оказывается, пользоваться компьютером. Итак, вот вторая работа. Bug the COVID. Я использую этот. Не происходит. Я один раз нажал F2, который full screen, и оно все вылетело. Но сейчас вот они опять это сделают, и мы на полтора часа задержимся. Итак, это вторая работа. Переключаемся на демонстрацию третьей работы. Работа так и говорит. Поехали. Автор мистер Робото. Я прочту. An ANSI celebration for the year of the 60th anniversary of the first direct contact of the human race with the outer space.
В Live, вот, кстати. Outer Space. Итак. У нас... Это надолго. Я бы с удовольствием и зазумил, но я не вижу вообще ничего. View. И вот я нажал full screen, вылетело все. 60-я годовщина. Вот. Это была третья работа. И мы переходим к четвертой работе. Goblins Chaos 2021. Я желаю всем гоблинам, смотрящим этот стрим, замечательного Goblins Chaos 2021. Итак, я полагаю, это оставшийся. А где вообще мышь? Я не вижу эту мышку. Вот. Гоблин хорош, и скелет тоже, смотрите. Вообще. Ни одного гоблина не было повреждено во время демонстрации этой работы. Так, итак, теперь я должен не забыть открыть голосование по этому конкурсу. И оно как будто заэнеблено. Кто-нибудь может посмотреть в интерфейсе, доступно ли это для голосования? Следующий конкурс. Так, отлично. Мне сказали, что все хорошо, и можно голосовать за оба конкурса. Я всех очень сильно прошу, ведь ничто больше, чем ваш голос. Please register it. sys.c.ru/live-voting. There is no need to enter any voting key. I think the voting key idea is rooted in capitalism and should not be considered worthy anymore. Так, я генерирую слайды для old school графики. Графики. Сейчас я сделаю horror show.